Приветствую, друзья! Тестеры для проверки уровня заряда батареек с AliExpress. Один индикаторный, второй цифровой. Цена у обоих одинаковая, в районе $3. Можно проверить уровень заряда у батарейки 3А типа, 2А типа и крона. Начнем с индикаторного. Тестер никакого дополнительного питания не требует. Можем работать сразу. Берем батарейку, ориентируем плюс-минус, что важно. Вставляем, зажимаем, смотрим уровень. Уровень хороший. То есть батарейка вполне рабочая и не севшая. Проверяем 2А типа батарейку. Раздвигаем. Вставляем. То же самое, уровень хороший. Контакты для проверки кроны находятся с торца. Точно так же смотрим, здесь есть ориентирование по плюс-минус. Примыкаем батарейку, смотрим. Ох, зашкалило сначала. Good, все good. Прогоним теперь по цифровому тесту. Оп. 1,49, 1,5 вольта, то есть батарейка не севшая. Но если мы не ориентируемся в цифрах, то надо перевернуть устройство и прочитать по таблице. То есть 1,5 вольта, это значит good разряд. Ух ты, цифровые технологии рулят. Давайте дальше. 2А типа, тоже 1,5 вольта. Ну, если не знаем, опять смотрим по таблице. Офигенно удобно. Тот вроде простой, но сразу все наглядно показывает на дисплее. Но этот вроде цифровой, круче, все на экране показывает. 9-вольтовая батарейка показывает, что у нее еще почти 9 вольт есть. Ну, можно даже не смотреть, понятно, что это будет good. Полезные девайсики. Можно оперативно посмотреть, насколько заряжены или разряжены ваши батарейки. Хоть и первый более такой архаичный, но по удобству намного рулит, чем цифровые технологии. На экране сразу видим, что с нашей батарейкой происходит. Но тут цифровые технологии. Я шучу, конечно, про цифровые. А так, устройство вполне хорошее. Так что выбирайте, какой вам больше нравится, и используйте. Где найти товар на AliExpress? Ссылка в описании под видео. И не забудь поставить лайк. И не пропусти новый обзор. Подпишись на канал.